Третий день. Самые активные и целеустремленные молодые люди живут в Заволжье. Вовсю идет 10-й молодежный форум регионального развития «Молгород-2018». «Счастье на Волге» – так сформулировали главный хэштег юбилейного форума. Даже невооруженным глазом видно, в этом году он отличается от предыдущих. Все оформлено по-новому в бело-голубых цветах в честь Волги. Изменились и образовательные площадки, увеличилось их количество. Эксперты обучали участников лидерским навыкам, ведению бизнеса, реализации своих идей. Учили и правильно выражать свои мысли и доносить их до широкой аудитории. Основные правила текста, основные правила любого вообще высказывания, любой программы, любого видео, любой статьи, там все, что вы делаете. В ней всегда должны быть ответы на 5 вопросов. Кто это делает или кто главный герой? Что он делает, этот человек, да, или предмет, если он у вас будет? Где это происходит, потому что людям важно это знать. Когда это происходит, как это происходит и почему? То есть, если у вас есть ответы на эти 6 вопросов, то это, скорее всего, отличный, удачный текст или видео, потому что людям будет все понятно. За часом теории последовал час практики. Участникам дали задание снять короткое видео про свою жизнь в формате новостей. Мы переходим к главным новостям. Сегодня состоялось открытие 10-го юбилейного Молгорода. И у нас на связи Данил с места событий. Данил? Да, Александр, сейчас я покажу, как проходит день на Молгороде. В итоге победителем стала Ирина Петрова. Ее видео рассказывало историю маленькой девочки, которая мечтала получить олимпийскую медаль. Но у жизни были другие планы. Девочка получила травму, перенесла несколько тяжелых операций. И несмотря на это, она встала и пошла дальше. Она узнала, что спорт – это не главное, а главное – просто жить, просто радоваться мелочам и просто быть счастливой. Уже завтра на площадке технологии масс-медиа в качестве эксперта выступит ведущий Первого канала Максим Шарафутдинов. А 9 июня о выживании и профессиональной этике на войне расскажет военный корреспондент ВГТРК Александр Евстигнеев. Так что до встречи на Молгороде. Юлия Важенина, Галина Титарчук, Андрей Шуклев. Республика.